Где есть органические отходы животноводства, где производят грибы, пивные заводы, где дробина у них есть, спиртзаводы. Вот там я организовываю бизнес на дождевых червях. А заключается он в том, чтобы перерабатывать органические отходы в стопроцентное органическое удобрение. Это подспорье для того, чтобы организовывать органическое выращивание. Фермеры, которые имеют в больших количествах вот этих отходов, то есть от животноводства это навоз, от грибного производства это их отработанные грибные блоки, птицеводство, помет. Вот их интересует, куда девать эти органические отходы. То есть они за даром их отдают или они вывозят куда. А так будет переработка. Вот в этом их интерес. Фермеры, которые занимаются садоводством, овощеводством, они интересуются в продукции, в биогумусе, чтобы шло плодородие земли. Отходы не сдаются. Они на месте у них перерабатываются. Они приобретают программы сопровождения вместе с червячной массой. И я веду с ними полный комплекс услуг. Я их сопровождаю технологически и обучаю, как это продавать, кому это интересно, чтобы они могли получать свои доходы от произведенной продукции. Мои филиалы открыты в Харьковской области, в Тернопольской области, в Одесской области и во Львове.